Ингушетия. Обеденная молитва в мечети города Малгобек. В 1942 году, когда немцы подошли к Кавказу, Баширу Мамилову было 14 лет. Вместе с другими подростками он сутками рыл окопы и противотанковые рвы на подступах к родному городу. Потом под обстрелами возил боеприпасы и продовольствие нашим солдатам. Тогда же получил тяжелое ранение, в результате которого лишился глаза и едва не остался без ног. Я попал с трактористом на танковую мину, наскочил, и эту танковую мину подорвал меня и выкинул в воздух, без сознания находился. Попал я в станицу Вознесенки, в больнице там я лежал. Тракториста убили сразу там. Я слышал, что по разговору, я и не мог разговаривать. У меня сейчас в правой стороне уха находится 2 сантиметра осколки сейчас, в данное время. Несмотря на ранение, в феврале 1944 года по приказу Сталина Башир Мамилов вместе со всеми остальными ингушами был отправлен в ссылку как пособник гитлеровского режима и предатель Родины. Особенно тяжелым известие о высылке стало для тех ингушей, которые в это время честно сражались на фронте. Николай Дмитриевич Гайтукиев ушел на фронт в 19 лет. Он защищал Сталинград, освобождал Брянскую и Смоленскую области, прошел с боями всю Белоруссию и Польшу. Был дважды ранен. Сейчас живет с женой на скромную пенсию в Карабулаке. Когда в 1944 году он после тяжелого ранения вернулся в свой полк, командир зачитал ему приказ Сталина о том, что все ингуши, чеченцы и представители еще нескольких национальностей отчисляются из армии как пособники Гитлера и враги народа. Я, конечно, резко был не согласен покинуть фронт, уехать, потому что с этими товарищами я со Сталинграда вместе дошел я уже на Западный фронт. Уйти, поставить таких товарищей в беде я не мог, так как гражданин России. Я командира полка попросил, вот так и так. Он мне, правда, немножко побаивался, но он мне дал возможность с писарем встретиться. Писаря я переписался на национальность русский, Николай Дмитриевич. Фамилию я оставил для того, что если и погибну, то меня по фамилии хоть найдут. Вот для этого я фамилию только оставил. С тех пор вместо ингуша Зиудина Джамалдиновича в паспорте он записан как русский – Гайтукиев Николай Дмитриевич. Несмотря на то, что с такими документами он мог легко прописаться и устроиться на работу в любой город Советского Союза, Николай Дмитриевич отправился в Северный Казахстан, чтобы жить с высланными родителями. Когда я приехал в Казахстан, встретился с родителями своими и обратился в МВД. И мне там, когда документы посмотрели, они мне говорят: «Вы русский». Они спецпереселенцы, они ингуши. Какое вы отношение к ним имеете? И тому подобное. Вот на этот вопрос пришлось немножко побегать мне, для того, чтобы их убедить, что я действительно ингуш, их не сын. То, что в 1944 году он поменял национальность и имя, чтобы сражаться с врагом до победы, Николай Дмитриевич считает единственно правильным решением. Вот мои родственники, они мои сейчас гордятся. И мне часто они напоминают, что ты додумался до этого, не покинул фронт, а остался до полной победы в Отечественной войне. По данным НКВД СССР, среди отозванных с фронта и подлежащих выселению чеченцев и ингушей было 710 офицеров, 1696 сержантов и 6488 рядовых Красной Армии. Поселок Нефтяников Малгобек
появился на карте Чечено-Ингушетии в 1933 году. Тогда здесь нашли богатые залежи нефти. Незадолго до войны стремительно растущий Малгобек получил статус города. К этому времени его нефтяники завоевали почетное звание лучшей конторы бурения Советского Союза. До войны Чечено-Ингушетия наряду с Баку была главной нефтяной базой Советского Союза. Здесь и в Азербайджане добывалось 86% всей советской нефти. Поэтому Гитлер и приказал своим войскам взять Малгобек, Грозный и Баку до 25 сентября, чтобы отрезать советские войска от всех главных нефтеносных районов страны. 1 июня 1942 года на совещании в штабе группы армий «Юг» Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа, возможно, основательнее разбив русские силы. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен прекратить эту войну». В это время Чечено-Ингушетия занимала первое место в СССР по выработке горюче-смазочных материалов. Наша малгобекская нефть некоторыми параметрами превосходит нефть Саудовской Аравии, так называемая «голубая нефть». Во времена войны эту нефть, так называемую с партизанской скважины, заливали в танки и прямо шли в бой. Вот типа как дизтопливо. Она могла работать без проблем, танки могли работать на ней. После овладения Кавказом Гитлер планировал перенести боевые действия на Ближний и Средний Восток. По замыслу германского командования, немецкие войска должны были разгромить находившиеся в этом регионе английские части и взять под контроль нефтеносные районы Ирана и Ирака. В Европе единственным поставщиком бензина для нацистской Германии была Румыния. Но ее нефти катастрофически не хватало, поэтому немцам приходилось производить для своих самолетов и танков дорогостоящее синтетическое топливо из каменного угля. Нефть – это хлеб для нашей обороны, для нашей борьбы. Это просто хлеб. Мы не можем представить себе, как может современная техника воевать без нефти. Это невозможно. И горючее, и смазка, и другие компоненты, которые выходят, ну, солидолы, например. Танковые ролики смазывают солидолом. Вот, пожалуйста, нефть – это все, что необходимо для войны. В 1941 году Малгобек выполнил план по добыче нефти для нужд фронта на 175%. За этот трудовой подвиг советское правительство наградило местных нефтяников орденом Ленина. А летом 1942 года, прорвав нашу оборону, немецкие войска вышли к Тереку. До Малгобека и Грозного оставались считанные километры. Имея на этом направлении пятикратное превосходство в танках, генерал фон Клейст планировал взять под контроль нефтеносные районы Чечено-Ингушетии в течение нескольких дней. Правда сказать, в то время у них силы было больше. Как бы ни говори, если у них силы больше не было, не приехали бы к нам. У них силы больше было. Но все равно наши ребята сильнее были. У них техник был мощный. Поэтому у них силы больше было. Из-за нехватки оружия и боеприпасов наше командование приказало заполнить оросительные каналы малгобекской нефтью. В случае крайней необходимости их должны были поджечь, чтобы создать перед немецкими танками еще одну преграду. У нас была эта винтовка, одна винтовка была. У кого попадает, вот, начинает убитый, если его возьмешь, полуавтомат, если достанешь там, который убитый товарищ, ну, это находился у тебя в руках. Тебя не спрашивал, откуда ты ее взял, где был, чего был, там ничего не спрашивал. То, что в тебе рука попала, вот это твой. Держи себе время. Трагическая ситуация, сложившаяся на Кавказе летом 1942 года, была вызвана грубыми стратегическими просчетами Сталина. Он был уверен, что немцы вновь нанесут главный удар по Москве и потребовал отставки полного разгрома гитлеровских войск к
концу 1942 года. Проведенные по его приказу наступательные операции под Харьковом и в Крыму закончились катастрофой. Почти 400 тысяч советских солдат попали в плен. Сотни тысяч погибли или пропали без вести. В результате уже к концу лета немецкие войска стояли у ворот Сталинграда и Грозного. Единственное, на что в этой ситуации могло рассчитывать советское руководство, были патриотизм и самопожертвование всех народов Советского Союза. Я одним доволен, что эти все нации, хотя они не русские, но они в Советском Союзе, у них тоже настрой был один – защищать Россию. Их много было, и со мной встречались, и некоторые были. Все были настроены только на победу. Значит, у них есть своя родина, и они ее защищали. И я также защищал свою родину, и они. В Ингушетии все оборонительные укрепления были возведены вручную усилиями женщин, детей и стариков. На сооружении грандиозного противотанкового рва, который перекрыл немцам проход в Волхончурскую долину, работало более 2000 колхозников Пседахского и Очелукского районов. В это время, тогда работал день и ночью, тогда. И потом самолеты прилетели, прилетая так, бомбят. Все равно работали. Дальние бои, снаряды были, бомбят, стреляют. И мы работали. И докат-то окончился. В этой траншее, когда кончилось, в эту сторону немец не прошел. В предвоенные и первые годы Великой Отечественной войны чеченские и ингушские народы направили на защиту Родины 27 500 человек. В первых числах сентября немцы начали массированное наступление на Молгобек. Под непрерывными ударами гитлеровской артиллерии и авиации город был в буквальном смысле стерт с лица земли. Горящая нефть превратила день в ночь. Однако за 20 суток ожесточенных боев немцам так и не удалось взять город. Советские солдаты стояли насмерть. Смерти не вспоминал тогда я лично. И так же это, ребят, не вспоминал. Смерти там умрет или живой. Когда вот я лично сам присутствовал, видел, вот отрывается ногу, руку. Ему нельзя было сказать, а, потому что мы говорили ему, что тебе надо, ты живой остался еще, а ты же не умер. Лишь бы живой остался там, больше, самое главное, что там было. А опасность войны, каждый шаг опасен. Накануне немецкого наступления был получен приказ уничтожить все нефтяные скважины, чтобы они не достались врагу. Приказ был выполнен, но с одним исключением. Втайне от высокого начальства защитники Молгобека оставили одну действующую скважину для себя. В народе ее прозвали партизанкой. Партизанка согрела души наших бойцов. Она давала газ, они топили от этой скважины топили печки, грелись, сушили портянки, и все. В конце сентября немцы перебросили под Молгобек элитную моторизованную дивизию СС «Викинг». С ее помощью они надеялись сломить сопротивление защитников города и прорваться к Грозному. 27 сентября гитлеровцы начали очередное наступление на город. По свидетельствам очевидцев, все склоны Терского хребта вокруг Молгобека были усеяны трупами наших и немецких солдат. Весь Терский хребет лежал как соломы. Под водами собирали дети, женщины, старики, трупы собирали. Ну, очень много влегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет. В боях на Молгобекском оборонительном рубеже погибло 120 тысяч советских солдат и офицеров.
По некоторым данным, Молгобек 14 раз переходил из рук в руки. У его стен сражались воины практически всех национальностей Советского Союза. Жители окрестных сел помогали нашим солдатам, чем могли. Однажды я пошла в кухню. У нас кухня отдельная была. А в этом кухне у нас вот так палковой же палкой, на палках висело сушеное мясо. Я захожу, вот так лежит 3 человека. Крови. Я посмотрела, вот так стояла. Дрова занесла, печку зажгла. Эту палку сняла оттуда. 10 килограмм, и вот это чагун у нас был. Полное мясо положила, зажигла, поставила, ушла. Я русски разговаривать не могла, потому что не умела. А я так все помню, все хорошо знаю. Сварила я это мясо, пришла. Она мелированный подносик у нас была. Вытащили это мясо. Когда я им отдала это мясо, это все 3 мужчины заплакали. Как они это мясо ели? 5 октября 1942 года немцы были остановлены на восточной окраине Молгобека. До выхода в Волханчурскую долину, откуда открывался путь на Грозный и Баку, оставался всего 1 километр. Но преодолеть его враг уже не смог. За боевыми порядками армии Клейста следовало 5000 инженеров и квалифицированных рабочих, которые должны были быстро наладить нефтедобычу из захваченных молгобекских скважин. Но, осмотрев их, они пришли к выводу, что сделать это невозможно. Все скважины были забиты камнями и уничтожены. Эта информация привела Гитлера в ярость, но он так и не получил ни одного литра молгобекской нефти. В борьбе за овладение кавказской нефтью Гитлер возлагал особые надежды на разжигание сепаратистских настроений в национальных республиках СССР. В Берлине немецкими спецслужбами был создан ряд особых комитетов, в том числе и северокавказский. В их задачу входила вербовка советских военнопленных и дезертиров в национальные легионы, распространение пропагандистской литературы и организация антисоветского подполья в тылу Красной Армии. С середины лета 1942 года немцы начали забрасывать в горные районы Чечены и Ингушетии специальные диверсионные группы под командованием своих офицеров. Эти группы состояли в основном из военнопленных горцев Северного Кавказа. Одна из первых таких групп была высажена в районе села Бережки, и командовал ею агент Абвера Губе. Главной их задачей был взрыв мостов и нарушение снабжения советских войск. Всего за время войны на территорию Чечено-Ингушетии были заброшены 8 групп общей численностью 77 человек. Однако операция Абвера, носившая кодовое название «Шамиль», провалилась. Половина диверсантов была уничтожена, в том числе благодаря помощи истребительных батальонов, созданных из местных жителей. И днем бросали, и ночью были случаи бросали. Очень трудно было поймать, трудно было. Вот сейчас эти телефоны на руках мы носим, а у нас для роты, скажем, одна трубка была, и это было на параконной бричке было, это батареи и так далее, все одна трубка, и связи не было. Очень тяжело было с десантом, с этими в горах, в горных условиях. По данным НКВД, к октябрю 1942 года в горных районах Чечни были уничтожены около 400 бандитов и дезертиров, получавших оружие от Абвера. Всех уроженцев республик Северного Кавказа в восточных формированиях вермахта за время войны набралось менее 30 тысяч человек. В то же время в русской освободительной армии генерала Власова насчитывалось 120 тысяч бойцов и еще более 500 000 человек носили ее символику. Особенно массовым был размах антисоветского движения в Прибалтике и на Западной Украине. Тем не менее, за провал 42 года и собственные ошибки Сталин решил наказать несколько малых народов Советского Союза. 23 февраля 1944 года Чечено-Ингушская АССР была упразднена, а почти 500 000 ее жителей депортированы в Северный Казахстан и другие районы страны. Мы, когда приехали туда, привезли, нам очень помогли русский народ.
казахи. Раны выслены немцы, волжские немцы находились там. Когда война подходила, их тоже выслали. Помогали, уют давали, тепла давали, что есть, молоко, картошка там. Там в то время и у них не было ничего. И у нас не было ничего. Так что в отношении этого обиды нету. Третьего февраля 1944 года в Северный Казахстан и Среднюю Азию было выселено 98 тысяч ингушей. За несколько месяцев до высылки на фронт поступило секретное распоряжение вычеркивать ингушей из наградных списков и не присваивать им воинские звания. За время Великой Отечественной войны к званию Героя Советского Союза было представлено 46 ингушей. Но тогда ни один из них своей законной награды так и не увидел. Только 4 человека, причем трое из них посмертно, получили звезду героя спустя полвека после войны. Ингуш Хаджимурат Баталович Котиков начал войну рядовым артиллеристом 22 июня 1941 года в Белоруссии. Участвовал в Ржевско-Вяземской операции. В 43-м сражался на Курской дуге. Во время освобождения Украины ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В боях на Львовском направлении он был тяжело ранен. В это же время всю его семью выгнали из родного дома и отправили в ссылку. По словам его сына Тимура Котикова, только спустя много лет после войны отец случайно узнал, что предназначавшуюся ему звезду Героя Советского Союза получил другой человек – командир батареи Дмитрий Бачинский. Тогда мы жили в Грозном. К нам приехал бывший его фронтовый друг, командир батареи Героя Советского Союза Бачинский. Собрались еще другие их фронтовые друзья. И Дмитрий Бачинский за столом, показывая на свою награду, сказал: «Хаджимурат, я ношу награду, которой представляли тебя». Отец отнесся к этому вполне спокойно, он особо не гнался, видимо, за наградами. Ну и Дмитрий Бачинский был, в принципе, достойный человек, который достоин был также носить это звание. Иначе они не дружили бы всю жизнь. Как и все ингуши, фронтовик Хаджимурат Котиков не имел права вернуться на родину со своей семьей вплоть до 1957 года. Историческая справедливость в отношении города Малгобека была восстановлена только через 62 года после окончания войны. Осенью 2007-го указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы».